Друзья, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы с вами вместе полистаем каталог номер 17 компании Oriflame, и мы будем не просто листать, а по традиции я вам покажу продукцию, которая у меня есть, которой я сама пользуюсь, расскажу вам свои впечатления и дам рекомендации, что лучше выбрать из этого классного праздничного каталога. А для того, чтобы вам удобнее было просматривать, вы можете поставить на ускорение видео. Если вы смотрите с телефона, то у вас настройки в правом верхнем углу, а если с компьютера, то в правом нижнем углу. Увеличивайте скорость и смотрите быстрее. Приятного просмотра. Записываем сейчас обзор каталога номер 17. Слышу, кто-то шебуршится, выдвигая стул. Коробку забрался Максюня, а напротив сидит еще одна красотка Катюня. Ну, помощники у нас, а? Прелесть просто. Каталог будет длиться 3 недели, с 29 ноября по 18 декабря. Итак, поехали. Красивая яркая обложка, вот новогодняя тема, мне это очень нравится, шарики. Сразу понимаем, что праздники уже совсем близко. На первом развороте нас ждут новинки. Здесь пена для ванны 300 миллилитров. Название, ищем название, как правильно прочитать. Cozy by the fireplace. Ну, примерно так, я могу ошибаться, не вижу нигде транскрипции на русском языке. Итак, далее праздничное мыло и крем для рук. А, еще губка для душа в виде печенки. Здесь очень вкусный состав: корица, яблоко, ваниль, и можно потереть страничку, если у вас есть бумажный каталог. А если нет бумажного, поверьте мне на слово, это очень вкусно пахнет. Я думаю, шикарный набор, и можно комбинировать, например, взять пену и губку, или взять мыло и крем для рук, или крем для рук и пену, или все сразу. Это будет красивый такой прям нарядный набор, и если суммировать все цифры, то выходит чуть более 500 рублей, по-моему, неплохо. Праздничное мыло еще у нас будет, объем его 75 грамм, мыло в коробочке в праздничной, тоже приятный сюрприз, подарок. Аксессуары: кружка в подарочной упаковке и с такой, как сказать, шарфиком, да, и на пуговке, очень оригинально. И носочки в подарочной упаковке, то есть мы получаем такой стаканчик и сверху еще игрушечка. В общем-то, это очень приятно, мимишно, конечно, приятно получать такие подарки. Обязательно закажите себе набор, он состоит из нового каталога, уже номер 18. Какой красивый каталог! Пробник ароматы Clafa Weekend, пробник крема для кожи вокруг глаз против пигментации Novage Brilliance и пробник антивозрастной тональной основы с пребиотической сывороткой в оттенке слоновая кость, холодный. Праздничные пакетики. Я, кстати, когда смотрела каталог, я сразу наметила себе этот пакетик, мне он так понравился. Ребенок нарисовал ангела, то есть ангел рисует ангела, мне кажется, это чудесно. Обязательно закажу кому-нибудь в подарок пакетики праздничные. Вы знаете, если смотреть по прошлым каталогам, которые были год назад, то вот подарочную упаковку разбирали очень быстро, поэтому все делайте в самом начале каталога. Нас ждет аромат Eclat Femme, и это будет не просто аромат, он будет идти в наборе с кремом для тела, крем парфюмированный. И эти два аромата, если мы нанесем на тело крем и распылим парфюм, то будет аромат более красивый, стойкий, такой со всего тела одинаково пахнет. Аромат приходит в коробочке, вот такой флакон. Аромат праздничный, очень стойкий, и хотя написано средняя концентрация, но он один из, прямо для меня это очень стойкий аромат, и он очень популярный, его заказывают и девушки, и женщины. Он подходит и для праздников, и в обычной жизни можно пользоваться. Кстати, при покупке набора вы пакет получите в подарок, это тоже очень здорово, такая романтика. Здесь нас тоже ждут ароматы, но они идут не просто ароматы, а в наборе, и каждому аромату у нас идет смягчающее средство, смотрите, где какое у нас дополняется, и в подарок тоже
подарочный пакет при заказе любого набора. Здорово. И для мужчин тоже есть набор, который включает в себя шампунь для волос и тела и туалетную воду. Замечательно. Так, здесь у нас на Новый год идут тоже подарочные наборы. Смотрите, какой набор: гель для душа, серия Feel Good Loft Up или Wake Up. Вот я держу в руках сливовый аромат, то есть гель для душа с натуральными эфирными маслами и очень легкая туалетная водичка. Она такая прям невесомая, у нее стойкость примерно 3-4 часа, то есть она вот прям легкая, воздушная. Я очень люблю этот аромат, он один из моих любимых, по крайней мере гели я эти часто заказываю, мне они очень нравятся. И здесь тоже подарочный пакет. Далее нас ждет тоже набор, и этот набор состоит из туши. Такая клевая тушь, она дает объем, удлинение, уход. И это еще не все, вы получите вот такой вот подарок, ой, не подарок, а в наборе будет еще аромат Giordani Gold Essence, объем 8 миллилитров, то есть такой наборчик всего 619 рублей. Цена, кстати, очень даже привлекательная. И тоже пакет в подарок, здорово. Две праздничные коробочки, вот так выглядят коробки, одна серебристая. У меня есть на канале обзор, где я показываю, как эту коробочку закрывать. То есть мы вот так просто, верхняя часть у нас такая, мы кладем вовнутрь продукты, а вот так опускаем, и она становится такая не очень большая. Давайте я вам размер примерно покажу. То что вот, например, жидкое мыло Essence & Co уже, ой, не войдет, то есть лосьон, он не поместится, прям чуть-чуть не хватает. То есть сюда хорошо войдут какие-то продукты вот такого объема, не очень высокие, может быть крем для рук вот спокойно помещается. То есть несколько продуктов, особенно классно для парфюмов подойдет коробочка, или для косметики, или чего-то небольшого. То есть золотую или серебряную выбирайте на любой вкус, они очень классные. Потом сбоку просто ленточками перетягиваете, и это выглядит, конечно, очень празднично, очень нарядно и празднично. Так, далее парфюмерная вода тоже у нас идет. Я рекомендую всегда ароматы дегустировать минимум, это приобретая пробники. И смотрите, у каждого аромата написан код пробника и циферки. Если вы укажете в своем заказе эти цифры, то вам придет маленький пробник за 20 рублей, и вы сможете понять, подходит вам аромат или не подходит. Это, кстати, один из моих любимых ароматов Oriflame, обожаю его. Следующая страничка, серия Giordani Gold, это декоративная косметика. Так, мы с вами обязательно посмотрим тушь, она называется Ангельская ласка. У нее необычная кисточка, она делает очень хороший объем и укладку. Смотрите, вот так нету совсем щетинок, то есть она тут лысая, можно сказать. А если я переворачиваю, то длинный треугольник, и за счет вот такой формы получается отлично удлинить внешние углы, нарастить их, утолстить, и получаются очень красивые реснички. Тушь мне понравилась, тоже ее рекомендую. Шикарная подводка маркер, здесь кисточка, это очень удобно. Я когда пробовала эту подводку, я сказала: вау, я еще ничего лучшего не встречала для того, чтобы сделать красивые вот такие стрелочки. Есть специальная кисть для подводки, и здесь аксессуары: щипчики, потом зеркало, пинцет для бровей. На этой страничке тональной основы есть CC крем, он очень хорошо ложится на кожу, защищает ее, выравнивает. Он достаточно плотный, и в то же время он легкий, то есть он хорошо перекрывает недостатки. А есть еще шелковая тональная основа флюид, она идеально подходит для обладательниц жирной кожи. Очень многие девочки отзываются, что у кого кожа жирная, то это становится их любимым продуктом, как и матирующая пудровая тональная основа. Я вот себе заказала, но так как у меня лицо не жирное, мне не очень нравится. Правда, у меня тут оттенок очень темный, я брала на лето. Ой, так вот. Смотрите, очень плотная, и когда высыхает, просто становится пудрой. Это красиво, но у меня подчеркивает поры. А девчонки, у кого кожа склонная к жирности,
Говорят, что лежит очень классно. Вот сейчас он высохнет и просто будет пудрой красивой. Конечно, необыкновенный продукт, но мне не очень подошел, к сожалению. Румяна, один из моих любимчиков Oriflame. Румяна в шариках. Мне кажется, каждая девушка мечтает обладать такой вот коробочкой с невероятно красивыми шариками. Они все переливаются. Если вы возьмете кисть и наберете на кисточку, потом перенесете на свои щечки, это будет очень красиво. Есть легкое мерцание, такое прям небольшое, и натуральный цвет. Обращаю ваше внимание, что цена со скидкой идет именно на оттенок естественное сияние, который я вам показывала. Есть также у нас матирующая компактная пудра. Я вам ее покажу, с удовольствием пользуюсь. У меня оттенок 37 слоновая кость. И я могу сказать, что оттенок достаточно темный. То есть, если вот вы увидите, вот тут покажу вам. Но я очень активно пользуюсь, вот чуть-чуть светлее, чем тон, который я показала. И вы знаете, иногда, когда мне не хочется делать макияж такой сложный, я просто делаю увлажнение кожи, впитывается увлажнение, и я сверху просто наношу эту пудру, и лицо выглядит как отфотошопленное, то есть такое холеное, мягкое, красивое. Поэтому у меня расход этой пудры очень большой, мне она нравится. Соответственно, теплый беж будет насыщенный, такой темный. Антивозрастная основа эликсир под макияж — это такая полупрозрачная жидкость, она легко впитывается в кожу и оставляет такое сияние, вот просто все переливается, сияет. И уже сверху нужно нанести тональную основу, и идет как будто подсветка изнутри и увлажнение, и такое ощущение, что лицо молодое становится, молодое и красивое. А вот пудра, у нас интересная такая пудра есть, она идет сразу с кисточкой, и здесь крышечка крутится, и вот мы так поворачиваем и немножко пудры высыпаем. Вот такой оттенок, он нейтральный, один подходит под все оттенки кожи, но по моим ощущениям, если кожа очень светлая, то будет немножко желтить. Поэтому если вы совсем прям вот блондинка, блондиночка, и у вас кожа как сметанка, то вам не подойдет, скорее всего, эта пудра. Вот. А если чуть-чуть есть оттенок, например, вы видите, да, что вы не совсем вот бледненькая, то, конечно, будет классно. Ее надолго хватает, она такая приятная, она классно вот ложится, такая воздушная. Я уже не первый раз заказываю такую пудру. Я люблю особенно зимой делать такой вот какой-то, именно вот использовать пудру рассыпчатую. Жидкая помада — одна из моих любимых помад в Oriflame. Но если у вас губы сухие и вы не любите матовые помады, то, может быть, вам она не подойдет, потому что когда, если ей пользоваться постоянно, то как будто бы губы немножечко подсушивает. Хотя вот я люблю матовые помады. Смотрите, какая она красивая. Мой оттенок, а где мой оттенок? Вот он, теплый кашемир. Но вы видите, что бумага показывает немного светлее тон, чем он есть на самом деле. Он более насыщенный. Обожаю этот оттенок, он какой-то просто невероятный. Помада очень удобная в использовании, у нее такая кисточка классная. Вот, поэтому если вдруг будет чуть-чуть подсушивать губы, то сначала наносите бальзам вниз, дайте увлажнение губам, а уже потом сверху используйте эту помаду, будет великолепно. Так, далее у нас помада. Я, кстати, такую помаду хотела заказать и была уверена, что я ее заказала, но почему-то нет, пропустила. Мне очень понравился сияющий пурпур. У меня на канале есть видео, где я пробую все три помады. Найдите, посмотрите, это того стоит, потому что они все невероятно красивые. Я таких помад еще не видела. И можно взять карандашики, как раз в каждой помаде есть карандаш. Давайте посмотрим, как они будут в деле. Такие у нас деловые карандаши. Гордения, такой цвет насыщенный. Далее роза, такой, видите, розовый цвет, не кукольно-розовый, а естественный розовый. И мой любимый мак, такой вот красненький, шикарный карандаш от мак. Я им постоянно пользуюсь, он у меня, кстати, самый в ходу, больше всего его использую. Вот такие оттенки,
И как вы видите, карандаши очень большие, и что удобно, у них с обратной стороны есть кисточка, и вы можете этой кисточкой или тушевать контур, или наносить помаду. Тоже очень удобная фишка. Блески для губ невероятно классные, кстати, по такой цене я их еще в жизни никогда не видела, придется заказать. Я очень люблю эти блески. А помада для того, чтобы увлажнить губы, это мультифункциональный Азет бальзам, всего 199 рублей, тоже отличная цена. Кстати, какой волшебный каталог. И вот такой оттенок будет, если вы закажете мягкий персиковый цвет. И, кстати, очень хорошо увлажняет губы, обожаю этот бальзам, и обязательно его повторю, когда закончится, особенно зимой. Он такой плотненький, такой сытный для губ, вот прям то, что нужно. Так, далее у меня еще есть такая помада, она называется помада Кушон. Мне кажется, она просто вот всех удивила, и все ей пользуются с огромным удовольствием. Смотрите, как она ложится, то есть мы выдавливаем, выкручиваем чуть-чуть, наносим на губы, она такая шикарная, пахнет ванилью, идет увлажнение, очень такое прям классное увлажнение, и губы объемные такие, мягкие, красивые получаются. Так, что-то у меня свет хулиганит. Тональная основа, так, как она правильно называется, адаптивная матовая, она полупрозрачная, да, она прям матирует отлично, хорошо ложится, все, у меня нет к ней претензий. И единственное, не очень плотная, то есть если вы любите, чтобы покрытие было более плотное, вот, кстати, смотрите, как высохло, просто пудра, просто матовая пудра, пудровая, и все, финиш, матовый пудровый финиш. Так, то есть если любите более плотное, то это вам не подойдет. Вот, завершить надо мысль. Стойкий маркер подводка, он прям толстый. Если его сравнить, с чем бы его сравнить, я не взяла линер свой, по-моему, да, не взяла. То есть он толстенький, он делает такие ретро стрелки, им удобно делать. Обзор на косметичку тоже есть у меня на канале. Карандашиками такими я не пользуюсь сейчас, раньше пользовалась, очень красивые цвета, они мягкие, не текут, классные карандаши. Очень рекомендую тушь для бровей, она будет по акции, это шикарное, либо единственное средство для бровей, либо завершающее, то есть вы прокрасили брови и этой тушью укладываете, расчесываете и добавляете цвета. Шикарные у нас, ух ты, а что у нас уходит, тени рефил, вот это да, какая неожиданность. Смотрите, у нас шикарный праймер есть для того, чтобы наносить тени, и классные тени рефил, которые вы можете собирать вот в такую палетку, собирать себе свою коллекцию теней. Смотрите, как это работает, то есть мы берем немножечко праймера, вот тут вот вам покажу капельку, наносим на веки, он выравнивает кожу, это очень-очень хорошо и правильно. А потом берем, сейчас кисточку достану, берем тени, вот смотрите, если вы, например, тени наносите просто вот на кожу, это такой будет цвет, а если вы на праймер, то цвет будет в 5 раз интенсивнее, видите разницу? Вот и все, и будет очень стойкий макияж на весь день. Мои любимые тени уже заканчиваются. Так, а из того, что у нас уходит, у меня даже здесь, по-моему, нет таких теней, которые уходят, ну не знаю, может быть, будет какое-то обновление коллекции, да, что-то интересное. Вы можете использовать этот шанс и заказать вот такие классные тени себе для того, чтобы делать классные макияжи. И здесь же есть маленькая магнитная палетка, в нее помещаются 2 оттенка. И вау, просто мои любимые карандаши, это стойкие тени. У меня есть 2 сейчас оттенка, которыми я пользуюсь каждый день, это бронза и хрусталь. Вот они, бронза и хрусталь, смотрите, как они выглядят, бронза и хрусталь. Они стойкие, от слова прям вот стойкие-стойкие, то есть они высыхают на веках и они уже никуда не денутся, то есть они будут весь день шикарный макияж. А еще я с помощью этих теней подкрашиваю внизу глаза и еще добавляю сухими тенями сверху, и получается очень
красивая подводка для глаз, при этом глазки совершенно не травмируются, не тянутся. И когда я пользуюсь только ими, то есть знаю, что у меня тени не попадут в глазки, потому что у меня глаза очень чувствительные, и это было бы крайне нежелательно. Роскошные продукты, и многие девочки пишут, как жалко, что так мало оттенков, хочется прям вот разные гаммы цветовой, чтобы вот просто, ну я не знаю, делать любые макияжи, потому что с ними можно сделать макияж совершенно любой, просто используя два оттенка. И есть также тени Kajal для того, чтобы круто делать смоки айс макияж. Так, есть палетка консилеров, тоже есть отдельный обзор прямо на канале, где я их показываю в деле. Посмотрите, если вас они заинтересовали, как с ними можно делать вот такой макияж профессиональный практически, да. Далее у нас идет, кстати, зеркальце. Так что, пудра, роскошная пудра, тоже обожаю пудру, я использую то одну, то другую. Давайте посмотрим, какой оттенок. Восьмерочка, это где моя пудра, а это вообще другая пудра, у меня матирующая, а здесь просто компактная. Так у меня пудра получается из другой коллекции. Ага, хорошо. Ну просто чтобы вы видели, какая коробочка. То есть такая упаковка достаточно прям симпатичная. Единственное, что здесь остаются отпечатки пальцев, и она такая прям вся залапанная получается. Я ее все время протираю, чтобы она была красивенькая. А вот так красиво. Пудра супер просто. А есть у нас такие стики для того, чтобы делать макияж. И здесь представлены средства для контуринга. Где-то я его брала, чтобы вам показать, и не вижу, наверное, не дошло до нас, где история умалчивает, наверное, забыла взять. Я использую те средства для контуринга, мне очень нравится то, что оно не рыжит, то есть такой хороший оттенок, даже учитывая, насколько у меня светлая кожа, как он классно лежит. Бронзер я не брала, у меня есть из этой серии еще хайлайтер и румяна. Кстати, обратите внимание, компактные румяна в оттенке коралловой уходят из коллекции почему-то, хотя цвет очень классный. Но себе бы я взяла персиковые или розовые, то есть более такое что-то нейтральное, нежненькое. Смотрите, у нас есть роскошные праймеры. И сейчас здесь будет по акции цветокорректирующий праймер. Когда вы его нанесете на лицо, он не будет зеленым, это будет прозрачный такой легенький крем. Но за счет вот этой цветокоррекции он перекрывает всю красноту. И если у вас на лице есть капилляры какие-то, да, кровеносные сосудики, покраснение, то этот продукт вам будет прям вау, как кстати. Вау, как я люблю серию для маникюра. Мое любимое средство — это жидкость для бережного снятия. Ничего подобного в своей жизни вообще не пробовала. Лучший продукт. Роскошные лаки. У меня, кстати, лак тоже из одной из коллекций, его сейчас сняли с производства, но я его обожаю. Когда у меня закончатся немножечко лаки, я себе закажу клевер и кофейный жемчуг, потому что я люблю такие оттенки, они прям вот прям мне очень нравятся. Поэтому выбирайте лаки, на них здесь такая скидка большая. И есть еще закрепляющее быстро сохнущее покрытие и базовое покрытие пленка. То есть вы наносите пленку, даете высохнуть, сверху лак, а потом вот так пленочку поддеваете и просто снимаете. То есть вам не нужно средство для снятия лака, потому что эта пленочка просто полностью удаляется. Так, помада, серия On Color. Кстати, когда я крашу этой помадой губы, вы все пишете: Лиля, что за помада? А она правда очень красивая, смотрите, какой оттенок. Богатый цвет, и не слишком темная, и не яркая, какой-то вообще просто необычный. Это теплый ореховый, 38 776. Очень рекомендую помаду, она классная, вот просто классная, и такое разнообразие оттенков, что вот, ну вот просто я бы взяла себе 1 2 3 4 5, вот эти бы все взяла. Ну и нет, абрикос бы нет. Абрикос — это у нас вот из этой серии сияющий. Он, кстати, у меня есть, он очень яркий. Немного бумага искажает, но не могут передать, да, через бумагу. Нет. А вот у меня мерцающий нюд есть. Вот она. Нет, такой у меня нету.
Так, поехали дальше. Подводка для того, чтобы рисовать стрелочки, тоненькие-тоненькие. Вот классный карандаш для бровей, очень хороший, прям вот рекомендуют все. И очень рекомендуют эти карандашики двухсторонние, они настолько удобные, делать с ними красивый макияж. Они мягкие, очень красивые цвета, смотрите, какие стрелочки. Можно внизу подвести, можно сверху. Сейчас вам покажу пожирнее, чтобы вот цвет прям вот увидели. Ой, какая красота! Этот оттенок бирюза и изумруд. Вот посмотрите, как я все лето ими пользовалась. Ну не все прям лето, но летом я ими с таким удовольствием пользовалась, этим карандашом, потому что понравился очень-очень. Так, далее тушь. Вот, кстати, тушь с эффектом веерных ресниц, да, веерного объема. У него какая кисточка классная. Многие говорят, что это теперь их любимая тушь. Признавайтесь, понравилась вам эта тушь, если пробовали. Кстати, сейчас здесь черная, а коричневую, синюю снимают с производства. Где-то я видела, что там ограниченная уже серия. BB-крем без скидки. Это у нас тональная основа On Color, 4 оттенка. И есть у нас такой стик. И стик в двух оттенках для того, чтобы скрыть несовершенство кожи, а потом сверху добавить легкий слой пудры. Так, здесь смотрите, кстати, здесь очень часто бывает что-то с большими скидками или то, что уходит из коллекции навсегда. Слушайте, вот это меня пугает, что тени для бровей уходят, я их очень люблю. Так, что-то еще? Да, смотрите, жидкая помада, мой любимый цвет красный, лаки, кисть. О, я заранее купила себе эту кисть, у меня новенькая лежит, потому что это моя любимая кисть. Тоже рекомендую сделать себе, пополнить запасы. И тут тоже посмотрите, что у нас уходит. Вот, кстати, здесь я и видела тушь, лаки уходят красивые, и вот такие, но эти летние, а вот эти прям красивые на зиму. Карандаши для губ, они такие небольшие, маленькие, и оттеночные бальзамы, они прям такие легенькие, красивые. Так, аромат Люсия Bright Aura, очень вкусный аромат, прям один из вкуснейших. Смотрите, аромат тоже Valare, а здесь мне понравилось, я себе хочу такой крем для рук заказать, он парфюмированный и он так вкусно пахнет, что вот я все время тру эту страничку и думаю, как я хочу такой аромат. Но больше он все-таки на весну, потому что вот просто сирень, когда все начинает цвести, то этот аромат прям будет классный. Очень люблю аромат Эмбо Эликсе Кристалл, тоже рекомендую. Позас, роскошный, очень сексуальный аромат. Новый аромат Signature for Her, он идет вот в такой деревянной рамке. Кстати, рамку можно снять, но это не так-то просто сделать, поэтому я сейчас не буду снимать. Такой восточный аромат, очень интересный, стойкий. Это не просто аромат, да, это у нас духи. Так, далее, тут прям вот стойкость максимальная. И у нас идет в подарок тушь, если вы заказываете этот аромат. И пакет получается, тушь и пакет. Смотрите, как здорово, аромат заказали, а вам еще подарки. Ароматы всегда нужно, конечно, тестировать, потому что тут каждому носу, да, свой аромат. Все мы, даже по сезонам бывает, в одно время года нравится аромат, а в другое время года уже его вообще не можешь на себе выносить. Поэтому нужно все очень индивидуально, надо все испробовать на себе. Уход за кожей лица для мужчин. Фантастический уход NovAge, очень вам рекомендую, если вы хотите хороший подарок сделать своему мужчине, то это, конечно, NovAge. Это просто роскошно, и аромат, и какая кожа становится красивая. Аксессуары для мужчин, бумажник, шарф, подарочный набор носков 42-45 размер, часы какие, кстати, интересные, и они будут в подарочной коробочке, как и носки тоже. Так, здесь у нас в подарок мужскому аромату идет успокаивающий крем-гель после бритья, и тоже подарочный пакет.
Ух ты, косметичка, мужская, дорожная, отличный подарок. О, триммер, отличный подарок мужчине. Это триммер, ароматы. Тоже все нужно пробовать, конечно. Поэтому чуть-чуть так пролистаю наши роскошные ароматы. А здесь у нас начинается уход за кожей лица. И смотрите, есть отшелушивающий скраб серия Optimals. Хорошая серия, просто некоторые продукты незаменимы. Мне очень нравится мультифункциональный защитный крем, он идет с SPF 50, и он такой приятный, даже сейчас им пользуюсь, вот поздняя осень, да, начало зимы, мне он очень комфортный, то есть он хорошо питает кожу. А прежде чем заказать себе крема, попробуйте сначала пробники, то есть вы можете прям взять набор пробников. Посмотрите, да, здесь разные. Посмотрите по вашему типу кожи, что вам больше подойдет. Попробуйте, если вам все подойдет, понравится. Тут есть подсказки, то, конечно, нужно уже заказывать потом полноразмерные баночки. Здесь у нас есть полный уход и очищение, крема. Обожаю этот спрей, просто невероятный. Один из любимых продуктов — это формула 3 в 1, очищение для лица, можно использовать как скраб, как маску, это просто что-то невероятное. Роскошные продукты для тела, чтобы укрепить живот и грудь и снизить корочку целлюлитную. Обожаю наши патчи, просто обожаю, они дорогие, но они классные, гидрогелевые, такие хорошие патчи, они очень классно работают и мне помогают убрать мешочки, отеки, разгладить морщинки. Маска для глубокого увлажнения кожи, очень рекомендую, тоже клевая маска. И тут у нас мой любимый продукт — это аппарат Skin Pro Sonic 3 в 1. Он имеет три насадки, вы можете посмотреть: очищающая насадка, скраб и массажная, моя любимая насадка. Тоже супер продукт, обязательно, просто в каждый дом. Есть дополнительная сменная насадка, спонж для макияжа, а есть еще мужские насадки для мужской кожи, потому что мужская кожа, ну, более грубая, да, более плотная, поэтому тут можно чуть-чуть, да, пожестче, но мне кажется, даже этого вполне достаточно, и эти насадки идут сразу в комплекте с аппаратом. Далее, для молодой кожи серия Pure Skin, тоник, крем матирующий, маска, маска-пленка с углем, пинцет для удаления черных точек. Кстати, никогда не пробовала, даже не представляю, но это очень эффективно вот именно для молодой кожи, когда появляются проблемы на лице, воспаление, прыщи, угри, то, конечно, нужно аккуратненько, нежно начинать за кожей ухаживать. Но может быть, да, проблема не внешняя, а внутренняя, поэтому надо смотреть, что вы и добавляете уход, вы смотрите по питанию, да, вы, может быть, к специалистам каким-то обращаетесь, чтобы посмотреть, откуда ноги растут у этой проблемы. А вот моя любимая серия, особенно масло чайного дерева, это антибактериальное средство, оно помогает вот заживлять раны, прыщики удалять, там лечить быстро, снимать воспаление. Ну, вот очень много показаний у этого продукта. А есть еще, тоже обожаю, маску скраб 2 в 1. Если не пробовали, обязательно попробуйте, влюбитесь в этот продукт. Ну, конечно, если кожа сухая, то лучше ее не брать, то есть это для нормальной комбинированной жирной кожи. Также есть карандаш-корректор против воспаления и матирующий крем-флюид. И чем мне нравится серия Love Nature, вот вы видите, у нее такой дизайн идет, такой нарядненький, более к природе, у нее цены очень приятные, да? И если вы только начинаете подбирать себе уход и раньше не ухаживали за кожей, то можно как раз начать с этой серии Love Nature, чтобы кожа привыкала к хорошему уходу и уже понимала, насколько хорошо, когда есть все: и очищение, и тоник, мицеллярная вода, крем дневной, ночной. А масочки потрясающие, тканевые в этой серии есть, потрясающий маска-скраб для губ, вы вот в нее просто влюбитесь, тут просто ее можно съесть, она на вкус сладкая, просто сладкая, очень вкусно пахнет. А я бы ее просто вот, я хочу такие духи, тут экзотическими фруктами пахнет, такой маленький тюбик, но хватает очень-очень надолго. Тоже маска для лица с органическим овсом, рекомендую, она питает.
И есть такая многоразовая маска-фиксатор. То есть вы, например, наносите маску питательную, сверху фиксатор, и маска глубже проникает в кожу и лучше работает. То есть получается как будто такой вакуум, и за счет этого маски лучше себя проявляет. Одна из любимейших и, ну, как сказать, давнишних серий, которые появились в Oriflame, королевский бархат Royal Velvet с эликсиром черного ириса. Эта серия нацелена на подтяжку кожи, хорошее питание. То есть если кожа жирная, то вам, скорее всего, не понравится эта серия, потому что она прям вот питательная. Ну, как правило, 40+, это уже редко встречается жирная кожа, она меняется у нас с возрастом, поэтому, конечно, попробовать стоит. И есть здесь и подтягивающий крем для век, и дневной ночной крем, а также есть такие рыбки, это капсулы с маслами, я их тоже обожаю. Серия Novage, теперь это самая, наверное, такая громкая линейка в Oriflame, как вот Wellness и Novage. Novage — это просто профессиональная домашняя косметика, то есть мы дома можем с вами использовать сыворотку с 10% витамином С, то есть освежать, омолаживать кожу, справляться с пигментацией. Роскошные пептиды, которые я просто обожаю, сейчас жду вот свою коробочку, завтра мне привезут очередную, я их уже, наверное, 4 или 5 использовала. То есть это повышает упругость кожи, особенно вот когда дряблость появляется на шее, то это вот пептиды вам в помощь, и ими можно пользоваться постоянно. То есть это, если есть возможность финансовая, то можно все время брать пептиды и баловать свою кожу. А также прекрасно для домашнего ухода сыворотка пилинг с 6% содержанием АХА-кислот или сыворотка-концентрат с ретинолом, то есть работает с глубокими морщинами. Это потрясающий продукт, моя любовь, просто с большой буквы. И, конечно, я всегда за то, чтобы женщины использовали полный комплексный уход. И мы подбираем уход, это, кстати, мой любимый крем ночной против морщин, экологен, и обожаю лифтинг, крем-лифтинг. Ultimate Lift — это просто моя любовь, и как раз они мне по возрасту подходят, хотя у меня уже ближе к 50, но они работают, вы видите по моему лицу, что крем делает свое дело на 5 с плюсом просто, и очень круто. Поэтому я всегда беру себе комплексный уход целиком, у меня расход большой, мне баночки крема хватает на 3 месяца, я не экономлю, то есть я беру просто много крема и наношу его обильно на лицо. Просто мне иногда говорят, что на год хватает этой баночки, я не понимаю как, у меня 3 месяца и новую баночку нужно. Дневной расходуется чуть поменьше, потому что он более такой жиденький, а вот ночной просто, конечно, я на ночь побольше крема накладываю. Как выглядит серия? Смотрите, это полный комплекс. Если мы говорим о чувствительной коже, то здесь выделяются флакончики, здесь пенка, она такая легкая, и все продукты, они идут с дозаторами. А в остальных сериях мы видим, да, например, только с дозатором сыворотки, очищение, гель-тоник, я его просто обожаю. И смотрите, вы можете заказать наборы пробников, и прежде чем заказать полную серию, сначала попробовать. В каждой серии есть наборы пробников. Вот моя любовь, полный комплекс, тут 5 продуктов, все есть для кожи, что ей необходимо. И далее у нас идут продукты без скидок, но среди них иногда попадается что-то со скидками, поэтому внимательно листайте каталог, и вдруг здесь есть то, что вам нужно как раз и со скидками. Так, ох, обожаю раздел Wellness, это мой любимый раздел. Супчики со спаржевой, томатой, томато-базилик. Невероятная вкуснятина, можно с ними их не просто залить кипятком и съесть, а можно добавить сухарики, добавить какие-то семечки, как тут показано. То есть вот просто это сытно, это вкусно и полезно, это можно взять с собой на работу вместо каких-то перекусов, непонятных плюшек там и йогуртов, съесть хороший горячий супчик. Потрясающие коктейли на любой вкус, их просто взбиваем или с водичкой, или с молочком, выпиваем
и это мы получаем тоже перекус, то есть это не замена еды. Но если вы, например, проголодались, а до того момента, когда вы сможете покушать, у вас где-то час, полтора, два, то вам вполне этого хватит, чтобы вы не прыгали, да, и не покупали какую-то шоколадку или еще какую-то неполезность. Обязательно нужно пить омегу. Омега-3 это незаменимые жирные кислоты, которых нам катастрофически не хватает. Поэтому мы пьем вот омегу постоянно, да, у нас либо вот такие отдельные баночки, вот астаксантин отдельный, такие вот черненькие, мощный антиоксидант. Но я предпочитаю вот такие вот коробочки Wellness Pack, где уже идет полный комплекс. Здесь астаксантин, 1-2 омеги и одна витаминка. Также вот витамины есть отдельно в баночках. И вот когда бывает, что выгоднее взять по скидке, например, баночки, тогда мы берем их баночки. Ну, конечно, удобнее взять такой пакетик. Тут вот отрываем, вываливаем, выпиваем один пакетик в день. Это все. Это норма, то, что нам нужно. Для волос и ногтей внутрикомплекс, чтобы волосы крепко сидели на голове, чтобы они были красивые, блестящие, упругие. Но тут нужно пропить сразу 4 пачки, то есть это просто как курс. Их можно пить постоянно, но если вы хотите для поддержания красоты, просто курсами. Есть у нас такой напиток красоты, он называется Aqua Glow с брусникой, тоже очень, как я заметила, когда я его пропила курс, у меня просто стало розовое нежное лицо, как будто бы я помолодела. Это было удивительно. Есть у нас еще серия отдельная Mint and Mood, есть отдельный каталог на сайте, вы можете зайти в разделе актуальная каталоги и открыть актуальные каталоги, по-моему, так. Я, может быть, немножечко путь ошибаюсь, как. И вот можно заказать такой набор. Здесь 4 будет маслица Mint and Mood. Они на разные эмоции. Например, этот энергия, этот уверенность. Есть еще баланс и релакс. Баланс у меня дочка забрала, а релакс у меня в спальне. Я им каждый день на ночь мажу, нюхаю, я сладко сплю. Они работают именно с эмоциями. Это вот чудо. Посмотрите, какой классный подарок. Просто роскошный подарок в такой коробочке приходит. И это, мне кажется, сейчас настолько актуально, потому что люди вот, да, управлять своими эмоциями все тяжелее и тяжелее. Также есть у нас еще батончики, есть коктейль для стройности, да, для снижения веса. Есть пребиотический напиток, вот такой вот wellness пребиотический, он у нас чемпион, да? Вот такой вот напиток, просто ложечку с водички развожу и выпиваю. Бывает иногда сбои какие-то, вот дискомфорт в кишечнике, я сразу начинаю пить пребиотик. Есть для деток витамины и омега, и вот как раз эти коробки wellness pack для мужчин и для женщин отдельные. Это наше здоровье, это красота изнутри. Поэтому, как я говорю, нельзя экономить на таких жизненно важных продуктах. Ну, и плавненько переходим к интиму. Это гель для интимной гигиены, его нужно смывать. Обращаю ваше внимание, потому что иногда люди не понимают. Большой флакон, 300 мл с дозатором, очень удобно. И у меня здесь освежающий. Есть также у нас... уже когда менопауза наступает, смягчающий крем-гель желтый и смягчающий лосьон для интимной гигиены, то есть такой вот в виде крема, то есть не смываемый. Далее вкусняшки, крем для ног с черешней. Кстати, я взяла себе такой крем, он бесподобно пахнет, его просто хочется съесть. Прекрасная пилочка, их тут, кстати, разные варианты есть. Серия для ног роскошная, давайте посмотрим. Спрей для ног, для того чтобы, ну, дезодорировать ноги. Крем антиперспирант, тоже
Очень классный. Ночной, увлажняющий и освежающий. То есть, когда вы нанесете освежающий, ваши ноги начнут согреваться, например, вам будет жарко, то он начнет охлаждать. Это очень интересный такой эффект, прям прикольный. Дезодоранты. Есть крем-дезодорант, шариковый и спрей. На любой вкус абсолютно. Так, серия для волос. Обращаю ваше внимание, у нас потрясающий лак для волос. Если вы фиксируете укладку, то наш лак, он просто бесподобный. Очень удобные расчески, которые долго служат, они очень качественные. Есть серия для окрашенных волос, шампунь, маска. При покупке двух масок, то есть можно взять, например, кондиционер и маску, и цена будет со скидкой. А если вы будете брать один продукт, то скидки не будет. Так, далее серия здесь термозащита. Кстати, вот сейчас зимой она нам просто необходима, мне кажется, да, когда появляется вот эта статика, электризуются волосы, то вот это вот будет хорошо. И самое главное, вот эти перепады, когда в помещении жарко, на улице мороз, вот, чтобы волосам было комфортно. А есть еще у нас сухой шампунь для придания объема и кондиционер тоже для придания объема для тонких волос. Что такое сухой шампунь, да? Многие спрашивают, аж как это? Ну вот если у вас, например, волосы загрязнились, а помыть нет возможности, кстати, в дорогу классно брать такую штуку, его надо хорошо-хорошо потрясти и распылить на корни, то есть поднимать волосы, перекладывать и немножечко распылить, потрясти волосы вот так руками взбить, расчесать и еще раз потрясти, и у вас будет эффект, как будто вы просто вымыли волосы. Смотрите, у нас идут распродажа мыла, жидкого мыла, геля, и вот эта вся серия уходит у нас, видите, количество товара ограничено. Так, что здесь еще уходит? Ух ты, слушайте, такая вкусняшка уходит, очень жаль, но нас, наверное, ждет что-то новенькое и интересное. Крем для рук обожаю, персиковый, он классный, очень классный. Видите, у нас что-то здесь еще вот уходит. Тальк для ног, разделитель, тонизирующий скраб, кстати, очень жалко, хороший продукт, очень очень хорошие восковые полосочки. И о, как я люблю серию Swedish Spa. А смотрите, что у нас получается: подарочный пакет за 70 рублей, основан на настоящем детском рисунке, и часть средств от продажи пакета мы перечислим в фонд «Пусть чудес в новом году будет больше». Здорово. Жизнь ДЦП, этот фонд основал Гоша Куценко, и Oriflame поддерживает этот фонд. Мне кажется, это здорово. Серия Swedish Spa, роскошная серия. У меня вот сейчас есть такой скраб, чуть-чуть ужас. А, как я обожаю этот аромат, вот просто обожаю. Когда принимаю душ или ванную, у меня ощущение, что я в спа-салоне, просто дома себе устраиваю такую сказку наяву. Я просто от этого в восторге. Тут шикарное крем-масло и увлажняющее масло, оно такое распыляется. И обратите внимание, тут классная перчатка есть для купания, она массажная, очень удобная. Крем для рук Soft, большой объем, 150 миллилитров, классно, 205 рублей. Вот такие небольшие крема, вот такие вот, они по 75 миллилитров, они очень легкие, такие легко впитываются, классные по запахам, они очень такие чудесные. То есть так, капельку прям берем, смотрите, как легкое идет такое распределение, то есть он такой легкий, его не надо там тянуть, сам вот прям напитывает ручки и исчезает, не оставляет липкости, там какого-то дискомфорта или ощущения пленки, просто легенький классный крем. Я их постоянно беру, у меня сейчас есть такой, есть персиковый, кокос, по-моему, открытый тоже, и везде во всех комнатах у меня лежат эти крема, я постоянно пользуюсь. Так, далее. А, кстати, вы будете спрашивать, очищающий гель для рук, это не антибактериальный, это просто как помыть руки, если нет возможности вымыть руки, то вам вот этот кокосик поможет. Вау, наши зубные пасты. Кстати, только когда я их получила, я увидела, что паста для чувствительных зубов
по объему меньше. То есть она стоила так же, как и паста для с травяными маслами, но в этой 100 миллилитров, а в этой 75. Обращаю ваше внимание, очень крутая щеточка. Я себе вот такую взяла мягенькую, как раз для чувствительных зубов. Детская серия, просто вау. Вот все мамочки, у кого родились малыши в нашей команде, все берут, все пишут бомбические отзывы, говорят, это что-то невероятное. Особенно все вот прутся вот от этого бальзама, он такой, знаете, как я не знаю, как смузи какой-то, нет, я не знаю, как-то воздушное, что-то взбитое, такое классное, супер просто. Нужно брать три средства, чтобы было выгоднее, 1059 рублей. И вот тут у нас идут детские серии, тут, кстати, мыло с ароматом персика, тут очень вкусно пахнущие детский шампунь для волос и тела, то есть можно и купаться как гелем. Потрясающе красивые вкусные мыло, серия для девочек, для наших принцесс, Белоснежка туалетная вода и шампунь кондиционер 2 в 1. Здесь тоже можно потереть страничку и будет очень вкусно, вкусный аромат. О, шикарные тачки, я, кстати, даже как-то брала себе вот такой, нет, не такой, был чуть-чуть другой, мне очень понравилось. Кстати, а как этот будет пахнуть? Да, там был другой, такая туба, конфетками пахнет. Больше для мальчиков, конечно, по дизайну подойдет, но не знаю, мне кажется, девочки будут рады. Смягчающие средства, смотрите, они идут в коробочке, 3 штуки, праздничный выпуск. И одна из моих любимых серий, пряный цитрус, крем для рук и волшебное мыло. Оп, смотрите, апельсинка. Просто вот просто апельсин, как будто его разрезали полупрозрачный с отслушивающими частичками, вот такой классный, аромат от него бесподобный. Вот я себе каждый год покупаю несколько наборов и сама ими пользуюсь периодически, вот хочется такого аромата. Этот аромат у меня ассоциируется с Новым годом, это что-то волшебное, обязательно возьмите себе, попробуйте. Вот, обожаю серию как раз Essence & Co. У меня сейчас такой лосьон лимонный вербена, такой большой. Смотрите, как выгодно, и выгодно именно набором брать, 699 рублей, потому что по отдельности они обычно вот дороже намного, видите, 559 один продукт. А здесь у нас будет жидкое мыло для рук, я, кстати, с ним и купаюсь запросто, и как раз лосьон. Это очень, очень приятно пахнет, тут натуральные масла эфирные в составе. Ой, такая кожа шикарная становится, просто вау, вау-мяу. Так, здесь у нас наборчики идут, масло авокадо для тела и волос, наборчики для волос, вы читайте состав, потому что, например, авокадо для сухих волос лучше подойдет. Гранат и овес у нас идет для окрашенных, кокос и пшеница тоже хорошо питает волосы, то есть для таких вот ломких, склонных к сухости. Вот этот шикарный набор я себе заказала, уже пользуемся кремом для душа. Набор «Клюквенное блаженство», смотрите, какой красивый дизайн, такой прям новогодний. И вот такой вот крем, классный, классный крем, он слегка прям такой какой-то персиковый цвет тоже. Ой, уже не знаю, куда мазать, все измазала. Такой вкусный, и он универсальный, можно и лицо, и тело мазать, но я только тело, шею вот и мажу. И тоже, ай, мне очень понравился запах. Здесь 150 миллилитров, а в креме для душа 200 миллилитров, то есть чтобы вы понимали объемчики какие. И, конечно, брать нужно набором, потому что набор 299 рублей всего. Как устоять, как устоять, как классно подарить кому-то такой наборчик, просто просто замечательное предложение. Так, здесь у нас серия мед и молоко, и я вам покажу, есть у меня из этой серии мыло, и вот сейчас у меня заканчивается вот все, прям последние капельки, жидкое мыло, я даже не стала его брать, с дозатором, просто вау, как классно. И покажу вам мыло, чтобы вы имели представление, какое оно красивое и как оно вкусно пахнет, это даже не передать словами, это просто вау, восторг. А коробочка какая? Классно, просто вот праздник, праздник. И осталось нам совсем немножечко, здесь серия осветляющая для лица, со скидкой идут очищающие средства, увлажняющий крем и выравнивающий крем для лица, выравнивающий тон.
То есть серия нацелена на осветление пигментации. И что-то здесь еще у нас идет набор «Утренняя звезда». В него входит классная маска увлажняющая и тушь для ресничек. Аксессуары. Давно у нас не было аксессуаров. Я их очень люблю. Хотелось бы посмотреть поближе. И здесь у нас подарочный набор в романтичном стиле и в коктейльном стиле. То есть гвоздики и ожерелье с подвесками. Ух ты! А здесь у нас как раз две коллекции, которые были в прошлом каталоге. И я на них снимала отдельный обзор. Посмотрите на моем канале, какая тут красота. Женские часики с кристаллами. Из коллекции Норхен у нас идет набор ледяной топаз, шикарное колье и серьги и кольцо. Кстати, очень, очень оригинально и красиво. Новый год со вспышкой. И вот это кольцо, это светодиодное специальное селфи-кольцо, которое крепится на телефон, чтобы сделать красивые селфи снимки. И там три уровня яркости. И в конце у нас, знаете, как вот на десерт нам оставили помады Unlimited. Ах, это Unlimited, а я вам взяла Ultra Fix, перепутала. Представляете, думала, это они. Эти помады матовые, стойкие и очень хорошо ложатся на губы. Есть у меня на канале тоже видео, где я все помады тестирую. По-моему, одной какой-то не было в наличии. И я их все показываю в деле. Это помада Энергоблеск. Кстати, у меня сегодня клиентка получила такую помаду и накрасила ее сразу. И вы не представляете, в каком она восторге. Помада в деле выглядит лучше, чем на картинке. Это просто вау, восторг. Праздничные лаки. Я себе очень хочу вот такой лак «Золотое сияние». Мне кажется, он просто, вот, просто классный. Можно сверху на любой лак. Смотрите, вот тут, кстати, красивый дизайн показан. А можно отдельно просто на прозрачные, ну просто прозрачные ногти, будут такие красивые блестки. У нас выходит тушь новинка с эффектом гипнотического взгляда. Скоро попробую и будем знать, что это такое. И завершает каталог коллекция гелей для душа Discover. И здесь у нас 5 вариантов. Просто в праздничной упаковке, но все мы эти гели уже знаем. Это тропические, экзотические запахи, да, сочные, манго морские. То есть вы... нет, кстати, тут, по-моему, новые запахи. Новые. А, нет, нет, пляжи Калифорнии мы их знаем, Камчатка, голливудская мечта, солнечные Мальдивы и джунгли Коста-Рика. Да, потрясающе классные гели, густые, концентрированные, которые просто вот радуют каждый раз, когда принимаешь душ. Я вас благодарю за внимание. Вы молодцы, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам этот обзор будет очень полезный при выборе продукции. И я хочу вам показать, чем дело кончилось. Давайте посмотрим на стойкость тени. Вот они, видите? Те, которые я вам говорила, тени, карандаш. Они уже все, их не сдвинешь. Далее, ну здесь понятно, тени, карандаши для глаз, тоже они очень хорошо держатся, видите, я их чуть-чуть прям вот растираю, ну это большое усилие прилагаю. Так, здесь у нас, ну помады, понятно, что они не стойкие, вот стойкая помада Giordani была, это теплый кашемир, где она у меня? Так, уже куда-то убрала. И кушон, он, конечно, мягкий, увлажняющий, все. Все показала вам, как это все работает. А теперь точно пока-пока, до новых встреч, отличного вам каталога.